Ну, буквально за полчаса. Сейчас я вам покажу некоторые рисунки, которые я здесь оставил. Вот это, по-моему, самый красивый. Только здесь я не знаю, что рисовать. Вот это уже следующая эпоха пошла, когда я лишился фотоаппарата. Рисовать такое фломастером. Сделаю опрос на стене. Хотя сколько можно делать опросы, спросите. Такой вопрос. Нужно ли что-нибудь мне говорить во время рисования или просто молчать? Там будет несколько вариантов выбора. Будет, я не знаю, как лучше сделать, анонимное или нет голосование. Там будет несколько вариантов выбора. Вот такой вариант. Помолчи, пожалуйста. Я не могу тебя больше слушать. Одна история офигительнее другой. Ты понимаешь, что ты уже все. Не я, не он, а ты. Второй вариант будет. Расскажи нам. Ну давай, расскажи нам, как ты. Удивительные истории свои. Расскажи давай. Сколько у меня материал мелки, ой, не мелки, а фломастеры, то я работаю со светом. Поэтому простите, что здесь не похоже на эту готику. Я экспериментирую. Me a lesson to give me your attention, to give your affection in the night time is my life love. Doing jokes in the night time, you love is my life love. Starting blind in the sunrays, I'm gonna get around one day. I'm gonna catch my Sunday. Strawberry blood in the sun rays. Hope you aren't okay. Strawberry blood and the sunrise. Papa Papil, I'm okay. I gonna get right one day. Strawberry catch fly Sunday. Strawberry blood and the sunrise. I just need your attention. It's time to teach me a lesson. I just need your affection. Stars need your attention. Хочешь песенку про зеленого слоника спою? Хочешь тебе песенку спою? Такой вопрос тоже будет.
вопросе. То есть, понимаете? Не понимаете? Схожу с ума от горя. Но не хочу вам об этом говорить, потому что это никому не интересно. Struggle blind as the sun rays. I pop a pill and I'm okay. I gonna get right one day. I gonna catch fly someday. Сорян, здесь не видно даже, что я рисую. I'm feeling I'm okay. I'm gonna get it. Он поет о том, что он попил таблетки, сами понимаете, какие. На букву К. Последняя буква С. Touch me with me, you're tender. And I just need your affection. Я сейчас не пил никаких таблеток. Хотите верьте, хотите нет. Я лично, зачем мне вас обманывать, если я выпью? Если бы я пил таблетки, я бы вам рассказал об этом. Хочу мне сказать. Вообще не пью ничего, я только нейролептик, ну он легкий, он практически не действует никак, не воздействует никак на психику, просто немного, он работает в комплексе на самом деле. Кофе выпил через силу, и то это меня не взбодрило ни капли, все равно чувствую себя, ну сейчас я чувствую себя все получше, потому что расцветает. Strawberry blood in the sun rays. I pop up with you and I'm okay. I'm gonna get right one day. Strawberry blood in the sun rays. I pop a pill and I'm okay. I gotta get right one day. And I just wish my son would. Это совсем не похоже на готику. Я понимаю, просто у меня нету синего цвета необходимого. В готике самый главный эстетический элемент — это синий туман, синяя дымка. К сожалению, здесь этого нету материала. Конечно, я оправдываю себя, жалок. Но я работаю теми материалами, которые у меня имеются. Можете отписываться. Я уже привык. Там отписываю, отписки идут. Да ладно. Все равно буду созидать. Если это можно назвать созиданием. I'm gonna get my one day. I'm gonna
Catch Fly Sunday. Дикарь, разве ты не видишь здесь красоту живописности? Я ко всем прочим обращаюсь. Я чувствую сильную грусть. Кажется, что здесь буря эмоций. На самом деле, я выжат, как выжатый лимон. Растоптанный, раздавлен, как выжатый лимон. Как жалкий мандарин, как жалкий, 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 жалкий мандарин. Probably blind in some ways. Now I'm okay. I'm gonna get right one day. I'm gonna catch fly someday. Probably blind in some ways. I got a pill, now I'm okay. I'm gonna catch fly someday. Need your attention, you're down to teach me a lesson. Stick it with me, your affection. Stick it with me, your affection. I just need your attention, you're down to teach me a lesson. Stick it with me, your attention. It's a nice guy, your love is my lifeline. Doing jokes in the nighttime, your love is my lifeline. Strawberry blonde in the sun, babe, I love you. Again, again, I wonder. Может, смотрите, какое у меня, какое украшение я себе сделал, да? Странно, да? Зачем это нужно делать? Может быть, я себе резал руки? Нет, смотрите, нет. Если я захочу, если у меня... Я не буду резать свои руки, я просто сброшусь. Скорее всего... Когда они сброшусь с огромной высоты, просто сдохну быстро, ударом. Пожалуйста, дай мне шанс. Я не просто какой-то проходимец. Мы с тобой были в отношении очень долго. Я изменился. Дай один шанс, если я остался таким же прежним, пожалуйста. Больше никогда от меня не увидишь, не услышишь. Это никакая не угроза, просто... Я просто хочу быть с тобой, потому что я люблю тебя, я парень, я девушка. Я люблю тебя. Ты единственная. Я люблю тебя. Teach me a lesson. You took it with me, you attend. And I just need your affection. Starlight is a night sky. Your love is my lifeline. Doing jokes in the night time. Your love. Strawberry blonde as the sun rays. I pop a pill, now I'm okay. I'm gonna get it one day. Да, это совсем не готика. К сожалению. К сожалению, это не совсем готика. Спасибо.
такой малый круг обзора. Смотрите, не было всего этого. Я честно скажу, что я не совсем из воображения, но почти из наполовину из воображения, наполовину из имеющегося пейзажа. Могу даже показать, какой какого-то зарубежного художника. Но только в более примитивном варианте получается. Короче, если... просто не могу. Беру, как сказал один блогер МГ-движения, Володя Бетхёртов. Русский человек без женщины, он умирает. Я являюсь типичным русским человеком. Я слушал все его лекции по 10 раз, по 20 раз, по 100 раз подряд, работая в саду, помогая бабушке. Хотя там, повсюду, короче, везде, когда у меня было вот это вот болезненное желание слушать. Сейчас я не слушаю ни одного блогера, не играю вообще ни в одну игру уже очень давно. Не пью кофе практически только один раз. Раньше я дофига пил. Ложусь спать в 9 часу, просыпаюсь раньше рассвета. Сплю спокойно. Если ты можешь простить мою навязчивость и ошибки, просто дать шанс мне один, я буду с тобой. Я пытаюсь сделать твою жизнь счастливой, но если ты почувствуешь несчастье, то я сразу уйду, ничего даже не сказав. Я не какой-то маньяк. Я разумный человек, я понимаю тебя, что тебе неприятно, когда кто-то там лезет в твою жизнь. Хотя я вообще-то не кто-то, я не посторонний человек. Понимаю, если бы посторонний человек тебя сталкерил, но я-то не посторонний. И то я тебя не сталкерил даже. Мое сердце болит. Я не буду тебе никогда об этом говорить. Я буду улыбаться тебе. Всегда улыбаться, смотреть тебе в глаза. Хочешь, чтобы я смотрел тебе в глаза? Хочешь, чтобы я тебе улыбался? Я все буду делать. Пожалуйста, дай мне один шанс. Я сам приеду к тебе, если ты не выйдешь, я не знаю, либо я уйду, либо если у меня будет депрессия, то я... не хватит духу спрыгнуть с небоскреба, чтобы подохнуть и не испытывать больше этих мучений. Это твой выбор. Я не вправе влиять. Кто я такой? Я преклоняюсь перед твоим величием. Ты самая прекрасная девушка, которую я только знал. Прости. Вспомни хоть что-нибудь хорошее. Хотя бы один раз обнять тебя в день, все. Я был бы счастлив. Обнять тебя. Я уже давно забыл, что такое нормальная жизнь. С тех пор, как это произошло, вся моя жизнь превратилась в бесконечный ад. Я не хочу прибедняться там. Это звучит как утрирование. Мне действительно грустно без тебя. Плохо. Я изменился. Я думаю, что я в лучшую сторону изменился, надеюсь. Если нет, то просто
Просто оставь мне записку, где написано, ты не изменился, там, или еще что-то. Выскажи все, что хочешь. Напиши, уходи. Я уйду просто. Не приходи больше. Я больше не буду приходить. Я клянусь. Я не записывал это. Короче, вот смотрите. Смотрите, какую ерунду я сделал себе. Чтобы скрыть, что у меня очень худые руки. Смотрите. Вот эта вот штука, это одной девушки. Она пришла на мою выставку в 2015 со своим парнем и сказала, вот это мой парень. Познакомьтесь, я с ним молча поздоровался. Встал и поздоровался. И я сказал, давай я дам тебе все твои вещи, которые там были. Ну, вот это вот в том числе. Она сказала, нет, не надо. Ну, сумка там и вот это вот. Ну, сумка там такая. Там повсюду были это украшены. Она белого цвета украшена красиво так этими совами. Она отказалась. Я не испытывал никакой ревности. Ладно, я сделал цветовой. У меня нету материала, чтобы нормально сделать. Теперь я буду рисовать. Just need your attention. Time to teach me a lesson. Give me your time. Песня, текст песни полон яда. Сама песня красивая, вот в чем прикол. Strawberry blind in the sun rays. Небеса не зверглись. Смотри, что внутри моего сердца, понятно. Это мое сердце. Chocolate lung in the sun rays. I pop a pill, now I'm okay. I'm gonna get high one day. I'm gonna catch fly someday. Не знаю, видно, нет.
Ну, видите, какие у меня уродливые руки. Поэтому я сделал эту фигню, чтобы скрыть. Чтобы, короче, вы ее не видели. Чем-то прекрасным прикрою свое уродство. Took him with me, you turned down, and I just need your attention, affection. Your love is my lifeline, nice girl. Она не будет с nice guy, она будет с bad girl. Она будет с плохим парнем, алкашом, наркоманом и так далее. Хотя я тоже подхожу чем-то под эту категорию. В глазах некоторых людей. То есть я маргинал, рисую ужасные рисунки на стенах прямо домов, то есть преступления совершаю. При этом у меня таблетки, которые принимают обычно какие-нибудь рэперы, гангстеры там, или прочие рэперы новой волны с запада. Я даже одной таблеткой поделился с одной девушкой, которая меня попросила, потому что я дурачок безотказный. Я ничего не получил за это, конечно, никакого там ни поцелуя, ничего, просто мы как бы просто я проводил ее до дома и все. Как бы я типа как хороший человек, знаешь. Вот все. А она там с нормальными. Нормальных парней себе находит, которые не такие дурачки, как я. Помните Льва Николаевича Мышкина? Ни одна его не любила. Знаете что, мне вот то же самое говорили в школе некоторые девчонки. То же самое, что этому Льву Николаевичу Мышкину говорит. Самый ты там прекрасный, я тебя люблю, запомни. На самом деле она его не любила. Но только разница между мной и Львом Николаевичем Мышкиным в том, что у меня все в порядке с... Ну, сам понимаешь, с чем. Даже более чем в порядке. А у него там... Он как ангел был, в общем. Ладно. Поговорить бы с кем-нибудь. Господом поговорю. Господь. Вседержитель. Господь, прости, что я не соблюдаю праздники. Я просто все время занимаюсь рисованием. Но я сердце свое. Мои руки, инструменты твои. Прошу тебя, помоги сделать этот мир лучше, красивее, чтобы люди жили дольше в красивом мире, а не в сером скотомогильнике, который превратили наши города. Это причем даже не моя фраза. Прошу тебя, Господь, найди мне таких людей. Найди, дай мне такую власть, чтобы я мог создать целый город. Из серого города создать целый новый город. Или имеющийся город реставрировать. Сделать его чудом света. Чтобы он простоял тысячи лет. Больше тысячи лет, чтобы он бесконечно, чтобы он был... Тысячелетний город. Даже войну и великий потоп пережил. И остался самый красивый чудо света. Самый удивительный город в мире. Я могу это сделать. Дай мне только власть и силу. Дай мне поддержку, деньги и нужные людей.
даже не деньги, а просто власть, нужных людей, которые меня поддержат. Прошу тебя. Ты увидишь красоту, великолепие, я восславлю тебя. Восславлю тебя. Клянусь. А если я изменю тебе, то можешь сокрушить этот город просто молнией и землетрясением. Я восславлю тебя. По имя твое сделаю. Я скажу, буду интервью всем говорить, что руки твои, что мои руки лишь инструменты в руках Бога Иисуса.